с этой стороны. Люди ждут. Вот он, наш кораблик. Лестница очень арсе. Вот он, рукав специальный круизный. Мы сейчас спускаемся вниз. Обычно рукавы, которые наверх идут, поэтому, потому что там всякие тинс-клабы. Слышишь там? Да. Я не знаю, будем нашу записывать или не надо. Кораблик. О. А вот там вдали корневальщик. А цена может заниматься. Я бы хотела, все молчали. Ну да. На улицу хочешь? Жарко? Надо поискать. Мы в поисках места. Где же это место? Здесь занято. Здесь более занято. Местами здесь проблемы. О, да. Вот здесь очень вкусные бутерброды были и паста. Вообще, смотрите, сколько много еды. Вот здесь всякие булочки. Да. А вот здесь вот напитки. Напитки холодные и чай, кофе. О, опять пицца. Народ сидит, кушает. Вот здесь вот пицца. Но еще она не готова. Ее пока чистят. О, смотри. Да. О, где-то там. От таких цен ты сразу в обморок упадешь. Лифты там, нам туда, налево. Косика? Ну пошли, пошли. Вот, смотри, Инга. Там этот стеклянный дек. Видно, что внизу. Что-то, да, моют, красят, чистят, все закрыли. Наверх. Пойдем. Какой? 124. Спасибо.
Чемоданы. Проходи. Полта дверь, которая закрыта. Ну, все. Там кто-то есть? Нет. Все, заходи. Арсен, заходи. Арсен боится. Зоя, заходите. Чемодан заберите. А это я. Здрасте. Это наша кабинка. Наверное. Я представляю, как папа поместится. Шкафной. Шкафной. Балкончик. Красота. Красота. Майами. Видите, Майами. Вот внизу люди кушают. Здесь вот идет погрузка всякая. Мы находимся на 15-й палубе. Очень высоко. Смотрите, вот этот вид на мост. Вид на Майами. А там еще люди до конца не сели. О, в автобус садятся. Вот. Красота. Неописуемых масштабов. Идемте прямо, а там может быть что-то интересное будет. Кстати, это какой дек? Не знаешь? Я тоже. Впереди нас ждет вас казино. Что, мам, поиграем в казино? А? Прожрем все наши денежки. Тебе сюда в халате пришли. Вот это да. Стеклянный пол. Смотрите. Непрозрачный будет. Бар, который закрыт. Казино, которое закрыто. А вот это задняя часть. Во, смотри, люди стоят наверху. Кинга. Вот. Вот эту часть покажи. Вон стеклянный мост. А что мы туда не пойдем? Вот смотри, это Майами, да. Мы еще пока в порту Майами. Вот мы лифт. Лифтик. Косика, а вот это как там быстро приехал. Вот, смотри, джакузи. Джакузи. Вот мы на 16-м этаже. Я гуляю, пока наши сетях отдыхают. Я здесь гуляю. А вот там, упс. Сколько народа. А вот там. Посты. Кораблики плавали вчера. Вообще не в проворот народа. Вот только гляньте, сколько людей. Уже даже луна видна. Вот здесь
Закрытые джакузи. Загорают, это самый теплый, самый бассейн. Вот, джакузи тоже. Теперь вот красивый вид на Майами, пожалуйста. А? Конечно, там все есть. Да, смотри, как темно. Сегодня уже у нас вечер, поздний вечер. Вон там. Хорошо, сынок. Так мы и сделаем. Ну а здесь Арсен, его, наверное, не видно. Вот. А там вот наша комната. А там наша комната. И там наша Зоя сидит. Ку-ку, Зоя. Вива-вива. Вива-вива. Зоя. Ты здесь? Мама пытается открыть балкон. Смотрите, пончики есть. Арсен, будешь пончик? А чё? Пицца с яичницей. Вот это классная яичница. Здесь всякие. Яичница, это фрукты вроде. Яблоки там. Это что-то такое. А, крем. Это. Вот здесь что-то. Вафли. Огурцы.
Здесь видно сырок, компакт, смотрите сколько. О, еще булочки, еще яичница. Много видов яичницы. И сосиски. О, есть даже такие блинчики. Прикольно. Ну и там молоко. И крупное. Там есть столик. Кораблик плывет.
вытащили, они изолентой заклеили. Видимо, раньше отваливался. Да. А чё? Идёшь так и не можешь даже стрёмно. Если он отвалится, то хрен куда убежишь. Я вам вот так скажу. Ты не в море упадешь, наверное. Ага, это еще хуже. Точно переломом на это не отделаешься. А в море ты стоишь? А то не мучаешься, сразу хоп и все. А здесь отдыхающие. Вот. Как на советском пляже. Да, мама? За всем столом сидели. Чья-то оторванная рука. А мы здесь не были, да? Были. Растения всякие. Простой. Настоящая вроде. Я говорю, не было. Мы были вон там, мы вышли случайно через них. И быстренько проскочили. Галерея. Спортбар для спортивных пацанов. Thank you.
Well, good morning, ladies and gentlemen. This is your cruise director, Gene Young, speaking. Just a few reminders from the daily program, the daily planner. It looks like it's going to be another incredible, beautiful day here on MSC Seaside, and we don't want you to miss out on any. First, if you're heading up to enjoy the sunshine, let me remind you that there are only deck chairs available on the promenade deck at deck number 8. Meet the crowds upstairs on deck 16. Excuse me, be closer to the water. Enjoy those cool breezes. Deck 8 on the promenade. This is a great option for you. Drop on by the shore excursions desk today to talk about your adventures you could have at our upcoming ports of call, NASA, of course. Myself and my family, we're going to Atlantis. And also, those of you that have afternoon flights in Miami, keep in mind, we have fabulous options for shore excursions in Miami. So don't sit in a terrible airport with no internet, drafty, bad airport food. Go out to the Everglades and enjoy. Take the family on a wild ride to finish up this incredible vacation. Don't sit in the airport. You think about it. I think it's a great option. Coming up this morning at 10 a.m., we have the captain's Q&A. Our captain will take us on a virtual tour of the off-limits areas. MSC Seaside, very interesting. And then we will have a Q&A with our captain and senior officers of MSC Seaside. That's going to be in the Metropolitan Theater, Big 6 and 4, where the show was at last night. Don't miss out. This is a great opportunity. Meeting with the captain, we have our shopping consultants. They want to talk with you about NASA. The actual MasterChef television show that starts at 11 o'clock in the main theater after the captain's Q&A. $49.99. Oh my goodness. Mega day sale, mega savings, mega Девочки с мальчиком купаются в бассейне. А мне эта девочка стоит в бассейне. Да, она будет купаться? Нет. С рыбками. Поехали. Осторожно. Туда не ходи, сейчас упадешь. Куда поехали? На 15-й этаж. Вот такая красота. Вот это единственное место красивое. А так это что такое за бассейн? Туда только ходят те, кто умеет реально плавать. Вообще не интересно. А глубокие? Ну, наверное. Two, three, two, zero, two, and one. All right, Pasquale.
Fives everywhere for Juicy. All right, brava, Juicy. Now we're going to Argentina. Can you hear that? Есть вот эта штучка наверху. Теперь здесь иди. Теперь там иди. Я тебя снимаю. Да, он не шатается. Да. Ага. Вот эти горки закрыты из-за погоды. Все ждали шторм. Вот. И, видимо, решили не открывать. Вот сколько народа сидит. Те, у кого своего балкона нету.
такие дела, в общем. Прохладно. Писо. Мохадо. Мохадо. Писо. Вивье Клико. Это мадам Клико. Да. Здесь мадам Клико, это видео. Француз. А вот. Only for display. Асти Мартини. Вот. Стекло до сих пор не починили. Вот такой был раньше сам газозаправочная эта станция.